Привет всем! С вами Бетти. Вы же знаете, как я люблю выискивать всякие разные интересные мелочи в токе. В этот раз меня заинтересовал вот этот ноутбук. Находится он в гостинице на первом этаже. Если его переключать, то появляется текстовый файл. Заходим в него, и тут есть текст. Переключая его, каждый раз прибавляются строчки. Мне, конечно же, стало интересно, что же тут написано. Онлайн-переводчик определил язык как французский. Я не поленилась и нашла онлайн-клавиатуру французского языка и ввела туда текст из ноутбука. И вот что у меня получилось. Вот как это звучит в оригинале. Et il était époustouflé par la rousse crinière du cruel poney, prénommé en toute logique, Titouan, il s'avança dans la pénombre en brandissant un gâteau à la moutarde fin. Ну а перевод звучит очень странно и смешно. Он был поражен рыжей гривой жестокого пони, логично названо Титуан. Он шел в темноту, размахивая горчичным пирогом. Конец. Думаю, что все-таки я ввела что-то не так. Если тут есть знатоки французского, напишите, что же тут написано. Мне очень интересно. На этом сегодня все. Пойду дальше искать интересные мелочи в токе. Всем пока!